в Иисусе Христе, надежда моя, свет истины светит для каждого из нас. Он путь, истина и жизнь, вечная заря, в Его объятиях найдем мы свой приют и час. Блуждали мы во тьме, без цели и путей, сердца скорбями и грехами были полны. Но милосердный Бог услышал наши стоны, и к свету вечному Он нас привел с небес. Он каждого из нас зовет к себе с любовью, своим путем ведет, как пастырь стадо свое. В испытаниях укрепляет веру нашу снова, и в сердце поселяет мир и добро. Он каждого из нас зовет к себе с любовью, своим путем ведет, как пастырь стадо свое. В испытаниях укрепляет веру нашу снова, и в сердце поселяет мир и добро. В крестной смерти своей Христос победил грех, и смертью смерть поправ, открыл нам путь в рай. Его любовь сильнее всякого невзгод, она дарует силу жить и прощать. В церкви Его найдем мы верных братьев и сестер, совместной жизнью укрепляя нашу веру. И вместе будем петь хвалу Творцу за то, что Он спас нас от вечных мук. Так будем же идти по следу за Христом и нести Его свет в этот мир темный. Пусть каждый человек узнает о Его любви и обретет в нем спасение вечное. Так будем же идти по следу за Христом и нести Его свет в этот мир темный. Пусть каждый человек узнает о Его любви и обретет в нем спасение вечное.